на него упал, и все, умер. Да, все, мы на 12-м обогнали. Конечно. Скоро будем с тобой на 13. Убираем дневник, камуфляжи. Как же хреново самолеты стали выходить из пикирования, это поехали. Просто капец. Они обсуждают, короче, они сейчас этих ПВДшников натянули, монстриков. Натянули. На моглопов натягивали. Причем вы бы могли, если честно, и вторых натянуть. Вторых могли бы, но... Энди на самом деле рановато, он себя открыл за зря причем. Спокойно могли бы... Я даже сбил кого-то. Да не, ничего. На самом деле, один игрок может, блядь, сделать всю игру. В тот момент, стрельба по танку... Вот я тебе, Макс, говорю, сколько раз говорил, не паникуй раньше времени. Особенно, когда Андрюха эти папи живые. Вот именно. Стоит такой волк, вокруг него 6 танков, блядь, все 6 танков дохнут. Я ему помог только что, из 2 не атаковал. Да, отлично, него, вот так... это хорошо, Энди, что этот третий не пришел. Не, я не про этот бой. Я про бой, когда мы с Гофами второй раз встретились. Когда ты пострелял по захвату, бой. Пострелял по 32-му, который на захвате был. Вот. Тебе не нужно думал, было себя показывать свое местоположение. Только. Ну все, ну ладно, не собрали, я понял тебя, просто не нужно было открываться. Тебе нужно было дождаться. Сталинград, захват, блядь. Захват на Сталинграде. Так, блядь, ФЛГшники. Один танк, папе, сейчас, если направо мы проигрываем, уходишь, мы папе, падаем вниз. Ниже. Если мы выигрываем, мы поднимаемся выше их. А не, папе, наверное, да. Один, да, танк. Двух вижу в воздухе. Проходим. Они на 11-м месте идут. Папе направо пошел. Так, вот три. Так, один, ходи, папе. Один по нулям прям. Четверо. Не могу на него еще стрелять. Так, проходим сюда. Уже могу. Сюда 4 воздуха. Да, видим. Ага. А потом сюда. Внимание на карту. И оттуда потом будет подниматься, да, потихонечку. Охренеть. Приехал ты. Да я только выявил, я только появился. У меня еще бессмертие было. Бессмертие. Ух ты, это весело. Да. Папа, на тебе. Дымы, ребят. Не вижу ни хера. Забрал эту пад. А я тут проеду. Хорошо. На небо, да, тут проеду. Блять, за мной двое, сука. Не, на вот этом. А-а-а, проеду. Откуда? Почему? И никто мне не скажет. Проезжай, папа, тебе пролей от бугра от этого. Где наши остальные самолеты? Там, в жопе, по-моему. На земле лежат. Мангуст, веди, блядь, под зенитку. Аби, на точке кто-то есть там. Ниже, под зенитку. Поворачивай, на точке. Энди, самолет Энди. Прям. Не я настолько я. Ниже. Еще сейчас ебаный в рот, блядь. Сука, из пикирования на три похуй уходит. Аби, в ангар сюда заедь. Да, я тебе потом расскажу, как разобьет. Это делается. Хороший Энди! Можно я возьму Як-9Т, пожалуйста? Нет. Блять, вот это... Тихо, этот, тихо, я не знаю. Тихо, я тебе расскажу потом, как выходить из пикирования. Просто не заходить в него, да? На Грифоне тоже не учу. Ну, на Грифоне не прокатит такая херня, а на бирке можно. Так, и один самолет еще папе, вроде. Пока не вижу никого, папе. Папе, он справа, захват папе, ехал он справа захватил и справа, видишь, куча первая справа у тебя, видишь первую кучу, за кучей, следующая куча далеко, которая ниже захвата, он там внизу стоит, прям сразу вот справа от этой кучи. Куча тебе нужно выехать пилотов. Из ангара и хрена, кучи, не пойму, смотри, тебе нужно выехать из ангара, проехать к этим кучам и Юрик, правее их обогнуть. Юрик, можешь спокойно ехать налево, Юрик, выезжаешь из ангара и направо от Юрик. Кучи уходишь, он там внизу да. стоит. Я тебе говорю, можешь спокойно уехать налево сейчас, подожди, давай. Проезжай. Проезжай, папе, и правее от куч, правее от куч. Я вижу еще одного, блядь. Не в дом, а куча. Налево. Правее уходи сюда. Все левее в ангар, вот в этот разрушенный заезжай. А подожди, какой правее? Я вижу еще один, стоит на точке. Стоп, стоп, направо, стоп. Юрик, у тебя справа, направо. У тебя справа 2 часа точки, танк. Блядь, двигайся. Вот смотри, тот сейчас налево поворачивай.
Ёбаный рот. Тебя видит, но не может отработать по тебе, короче. Ты по градусам, блядь, объясняй. Тебе выше, зайди справа, я по нему не могу. Справа так обходи, короче, справа кучи. Смотри, возле точки, красивый возле точки, заходит. Стой, Юрик. Он там возле не точки стоит танк, выезжай, выезжай, папе. Так, стой. Он, короче, вот смотри, где точка А, вот возле дома прям стоит, вот смотрит сейчас, в твою чуть-чуть сторону. Правее. Чуть правее ствол. Еще проходи правее домик. Выезжай. Этого. Давай, он давай, 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 он башню повернул. Блять. Ну тут смотри, прострел сейчас он тебя не увидит. Пулеметная. Проходи, проходи, увидел. Пробил? Проскочил. Да. И теперь, короче, папе, ага, он выезжает передом тебе. Папе, стой жопой, да, работай. Привод. Папе, вон. Попадай. Юрик, это телики, помогай, папе, заднюю сдавай, заднюю сдавай. Впереди тебя, парень, впереди тобой. Ты передо мной. Да перед папе, блядь, перед тобой, ёбаный рот. Ты продвигайся к точке, быстрее. Юрик, прям перескакивай быстрее эту хуйню, быстрее. Перескакивай, едь папе, к точке, Юрик. Хорош. Красавчик. Вот толкай его, толкай лучше вперед, а едь, не едь назад. Ну, этот развернулся, папе, тут который, отработай. Нет, так и стой, папе, я не толкай. Я вижу, вы... Он поехал вниз туда. Да, он мне мешает целит. Да не, папе, красавчик. Тот разбился, Беркет, у них еще... Юрик, он в яму нырнул, короче, нужно точку брать срочно, где ехать. Юрик, давай, Беркет Юрик, не разбился. Я ему сказал, он уже должен быть на точке почти. Он съехал с точки. Езжай, 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 блядь, как ехал. Папе, он езжай, выезжает как ехал, ты заеб, ну, блядь. Юрик, быстро едь вниз на точку, там нет никого, двигай на точку. Ну я говорю, ебаный в рот! Потушись, ёпты. Я остановлюсь тогда. Папе, а там слева от него. Слева от Юрика там это стоит, блядь. За кучей я 32-й. Давайте рашьте точку тогда уже. Так, раш, вперед. Без вариантов. Вперед, вперед, едь, точку снимай. Все. Аккуратно, папе, сейчас прямо перед тобой будет. Успеет. Вон там вот. Успеет, успеет, все. Все сейчас успеет. Хорош. Все, папе, прямо перед тобой, вот там. Стой. Правей, правей, правей. Правее, башню поверни. Вот выезд, блядь, видишь ангар? Правее. Правее от тебя. Начало ангара. Вот выезд этого ангара. Вот там стоит. Вот там стоит, да. Да. Выезжает. Вот он выезжает. Хорош. Всё. Ну ты дал, монстр ты, монстр. Лётчик где остался. Еще один? Лётчик остался. Да всё, Энди. Ты, они разбился, Энди, самолёт, лётчик. Всё. Он не разбился, Энди, ребят. Точки разбился, а всё, нет, у них все да, поняли, вон, посмотри. Один у них остался, показывает. Что посмотри-то? Он сейчас я же говорю, его починили. В ангар, самолёт. Ходите в ангары. Он вас обоих. Энди, готовься. А у меня даже экипаж вижу. Это, наверное, последний будет его. Это потная катка какая-то. Да у нас все последние катки потные. Да нормально, нормально. Да, нет, вчера с масонами мы их как вообще не обзывали. Противник побеждает, нужно контратаковать. Ну да, мы масоны всегда перед сном. На расслабончики, да? Ну мы их, ну, натянули. Ну. Это эти ФНГшки, да, походу? Те, да. Которые 25 человек. Да. И которые держат восьмое место, мой да? Да. Слышите, мой скилл круче, чем у них у всех взятых, так что, блин. Ты даже сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да не, папе монстр да, вообще. Хвали это... меня рот, а то пору. Вот, короче, есть такая строчка, список ФЛГшников, и среди вот этих всех педиков нету папе. А чё у тебя все? Не будет никак. У тебя или нагибаторы, или педики, да, как я понял? Нет, педики. Вон, летит, Энди, стой, стой, летит. По низам прям, вот по прямой. По низам, перед тобой, Энди, найди. Сейчас, подожди, 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 обнадёжь его. А теперь не обнадёживай. Хорош. Сразу подбить. Кстати, браво. А он думал затащит. Он надеялся. Энди решил его всякой надежды. Надежда да Энди каждая собака знает уже, наверное. Энди удар из тени, X4. Ты прям срифманул только что, прям как бог. Так это написано. Энди удар из тени. Мне все время пишет какую-то херню. Стрикс, Хайден, Сквадр, Стрикс, 1. А мне не пишет ничего такого. Стейдж, Овер. Это я так понял, летчиком пишет. Да, да, летчиком. А папе тоже писал. Слышь, каким летчиком? Мне тоже такое пишет постоянно. А ты что, не летчик? Чё бы я не...
Нет. Может, это обновление какое-то вышло, а у нас еще оно нет. Я перезаходил. И мы типа 4 сильно. Я перезаходил, я нифига не было. Так, ну мы вроде вышли на 11, да, ПЛГшников вниз спустили. Че, на 11?